Пожалуйста, Юрий Викторович. Но 21 мая текущего года ориентировочно около 12 часов дня произошел взрыв с последующим возгоранием на территории аптеки, которая рядом находится с перинатальным центром. В результате здание получило повреждение, было частично разрушено и повреждено огнем. В результате данного инцидента 3 человека погибло. Это один охранник, один прохожий, один ребенок в перинатальный центр, который находился непосредственно в инкубаторе. Пострадало более 17 человек, и также материальный ущерб нанесен транспортным средством, прилегающим домам. Причина сейчас пока говорит рано, возбуждено уголовное дело, проводится экспертиза судебно-медицинская, непосредственно взрывотехническая, это по линии департамента полиции, и пожарно-техническая, это по линии нашего министерства. Поэтому как будут результаты, мы дополнительно сообщим. Но есть версия, что это газ баллонов взорвали? Нет, там хранилось химические вещества в большом объеме для производства лекарственных препаратов, во всяком случае это перекись водорода, которая, как одна из версий, возможно, послужила причиной. Ну и другое, в ходе следственных мероприятий охранной компании было зафиксировано движение сработки датчиков на объекте, рассматривается другая версия, возможно, умышленно.